Надеюсь, все любят пиццу. Сегодня приготовим мини-пиццу без теста. Для этого я беру куриный фарш. Сладкий перец нарезаю маленькими кубиками. Помидорки порежу тоже маленькими кубиками. Мелко нарезаю зелень. Сегодня у меня петрушка. Добавлю еще лучок. Можно, конечно, и репчатый. Но мне хочется сегодня добавить перышко зеленого лука. Друзья, у нас на канале очень много хороших и вкусных рецептов, поэтому обязательно к нам подписывайтесь. Будем готовить вместе вкусно, быстро и просто. А теперь я добавляю черный молотый перчик, соли по вкусу. И мне хочется добавить немного базилика, но приправы, как всегда, на ваш вкус. Вообще очень вкусно будет, если вы добавите прованские травы. Все, теперь мы все хорошо перемешиваем, и наша начинка для пиццы готова. Ну а теперь основа для пиццы. Кабачок нарезаю колечками толщиной примерно 1 сантиметр. Берем любую форму для запекания и выкладываем кабачки. Теперь выкладываем начинку на кабачок. Теперь пиццу ставим запекаться в духовку, в разогретую до 180 градусов. Минут 10-20. Друзья, смотрите, пожалуйста, по своим духовкам. Все они готовят по-разному. Сыр натираю на крупной терке. Пицца у меня в духовке запекалась 18 минут. Теперь посыпаю сыром и отправлю обратно в духовку, чтобы сыр расплавился. Буквально там 3-5 минут. Ребят, скорее пробуем. Вообще берите вилки и все сюда. Вкусно. Очень вкусно. Вообще, посмотрите, как все просто. С тестом возиться не надо. И, в общем-то, те, кто следят за правильным питанием, тоже могут съесть кусочек пиццы без проблем. Да вообще можно есть ее с утра до вечера. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!